Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в нашем районе подарил всем немало отличных мероприятий. Но, пожалуй, одним из самых ярких стал муниципальный этап фестиваля «Геройко-патриотической песни «Пою мое Отечество». Итак, состоялся музыкальный марафон, в котором приняли участие около 60 вокалистов и ансамблей города и района. Праздник песни предоставил все возможности солистам в возрасте от 14 до 17 и от 18 до 29 лет и вокальным ансамблям этих же возрастных категорий сполна проявить свои таланты и порадовать зрителей исполнительским мастерством. Любой конкурс – это всегда, конечно, победа, всегда шанс на участие в краевом этапе нашего фестиваля. И я уверен, что мы представим достойно Славянский район, потому что наш Славянский район, он самый лучший, правильно? Вот мы гордимся каждым из вас, каждым из ребят, кто сможет действительно поддержать сегодня наших исполнителей. И действительно, собравшиеся аплодисментами горячо поддерживали и благодарили артистов за хорошее исполнение. Образцовый вокальный ансамбль «Империя» участвовал в фестивале в 7-й раз и стал первым в старшей возрастной категории в номинациях «Песни Великой Победы» и «С любовью к отчизне». Снег ли ветер, вспомним, друг. Ребята все очень старались, достойные конкуренты. Вообще замечательно, что такой конкурс проходит, потому что это все-таки мы прославляем нашу Россию, не забываем о наших ветеранах, о Великой Победе. Серьезное соперничество было у солистов. Ксения Кияшко победила в старшей категории в номинации «С любовью к отчизне». Я выросла в музыкальной творческой семье, поэтому, в принципе, выбора другого у меня не было, потому что я росла в этой атмосфере. Конкурс «Пою мое Отечество» особенно мне интересен, я принимаю в нем участие каждый год, люблю исполнять патриотические песни, делаю это с большой радостью и очень счастлива, что сегодня мне удалось показать такой высокий результат. Дипломами были отмечены победители и призеры муниципального этапа фестиваля «Геройко-патриотической песни «Пою мое Отечество». Всем им хорошая песня помогает жить, учиться и работать. И поэтому они с ней сильно дружат. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».